Всем привет! Сегодня мы будем готовить варенье из черной смородины пятиминутка. Для этого нам понадобится на килограмм ягод черной смородины 1,5 килограмма сахара, 1,5 стакана воды и лимонная кислота на кончике ножа. Мы будем варить варенье из расчета на 2,5 килограмма ягод. Выливаем в эмалированный таз для варки варенья необходимое количество воды, исходя из пропорций. Засыпаем сахар, тщательно размешиваем и доводим до кипения. Сахар полностью растворился, и в кипящий сироп мы аккуратно опускаем промытые ягоды. Перемешиваем и варим варенье пятиминутку ровно 5 минут. Отсчитываем время варки только с начала закипания. Варенье кипело 5 минут. Добавляем лимонную кислоту, перемешиваем. И можно разливать кипящее варенье по стерилизованным банкам. Как стерилизовать банки и крышки, смотрите по ссылке в описании к видео. В еще теплые, но не горячие стерилизованные банки мы наливаем кипящее варенье. И закрываем простерилизованными крышками. Переворачиваем и накрываем полотенцем до остывания.